В Сіверському районі пройшла інаугурація глави. Сьогодні в Домі культури станиці Сіверської Андрій Дорошевський вступив в нову должность. Торжественно клянусь свято соблюдати Конституцію Російської Федерації, закони Російської Федерації і Краснодарського краю, устав району, уважати і охороняти права і свободу жителів, захищати їх інтереси і добросовісно виконувати возложені на мене обов'язки. Слова поздравления от губернатора Вениамина Кондратьева передал директор Департамента внутренней политики администрации Краснодарского края Александр Топалов. Рассчитываю, что вы и ваша команда сумеете выстроить эффективную работу по всем направлениям развития района. Уделите особое внимание его участию в национальных проектах и краевых программах, сотрудничеству с инвесторами. Важно, чтобы Сіверський район продолжал укреплять промышленный и сельскохозяйственный потенциал, расширял многооблагаемую базу, вместе с тем становился более комфортным для жизни и благоустроенным. С напутственными словами выступили депутаты ЗСК Андрей Куемжиев и Сергей Орленко, представители общественных организаций. Бывший глава района Адам Джарим стал почетным гостем мероприятия. Ему вручили почетную грамоту администрации Краснодарского края за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в социально-экономическое развитие края. Друзья, мы с вами очень многое сделали, через многое прошли. И я хотел бы, чтобы, еще раз повторюсь, чтобы все эти традиции, они продолжались. Я хочу пожелать каждому жителю нашего района стабильности, уверенности в завтрашнем дне. Андрей Дорошевский выступил с ответным словом, поблагодарив за оказанное ему доверие. Я начинаю важный, ответственный путь руководителя района. Я отдаю себе отчет, что предстоит много хорошо работать, погружаться в специфику сельской жизни. На этом пути я надеюсь получить поддержку жителей района, завоевать их уважение и доверие. В торжественной обстановке новому главе района вручили служебное удостоверение.